Здравствуйте, я вас приветствую на моем канале Афроманго Мукбанго. У меня сегодня чаек с сахарным песком, с лимоном. Вот прохладный чай. Горячий сейчас не пью, потому что будет жарко. На улице и так жарко. Я еще буду горячий чай пить. И вот такие бутерброды. Значит, тут сливочный крем. Вот такой из морепродуктов. Вот и курочка. Вот в специях. Курочка в специях. Золотая. Филе куриной грудки. Гриль. Зеленая линия. Это не реклама. Вот. Просто нарезанная курица. Таких будет два вкуса. С кавказскими травами. Да. Ну все. Присоединяйтесь со мной, мои дорогие любимые подписчики и будущие подписчики. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы под видео. И комментарии тоже под видео там же пишите. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это меня мотивирует. Вкуснотища. Чаёк. Это очень вкусно. Придумала мама. Она всегда любит что-то придумать. Вкусно. Это действительно вкусно. Необычное сочетание крема из морепродуктов сливочного и курицы с этими, с кавказскими травами. Очень вкусно. Булочка мягкая, свежая. Все. Очень вкусно. Вкуснотища. Как я люблю говорить. Мое любимое слово. Вкуснотища. Mm.
Очень вкусно. Вкуснотища. Ну что, почитаю кулинарные советы. Как вернуть свежесть овощам? Каждый может столкнуться с ситуацией, когда овощи запекались и потеряли свой первоначальный сочный и аппетитный вид. Попробуйте держать их в уксусной воде. Это поможет вернуть им свежесть. Так. Если несколько фруктов в вашей продуктовой корзине еще не дошли до кондиции, то помогите им это сделать. Поместите их на ночь в один бумажный пакет с яблоком. Последнее содержит в своем составе газ этилен, который обладает оживляющим и подбодрящим эффектом. Так. Для того, чтобы лук и морковь подрумянивались быстрее и приобретали потрясающую золотистую корку, их необходимо посыпать щепоткой сахара. Если же поджаривается один лук, то для получения золотистого цвета можно посыпать его небольшим количеством муки. Чтобы мясо не было жестким, если вы хотите сочное мясо на обед или ужин, нельзя солить его до окончания готовки, особенно если это плотные куски. Если позолить сырое мясо раньше, чем оно приготовилось, то его поверхность
обезводится и станет жесткой. Очень вкусно. Вообще, бутерброды вообще отличные. Очень вкусно. Лимон еще выжму. Очень вкусно. Бутерброды вообще отличные. Мама у меня выдумщица, придумывает все новые бутерброды. Так что оставлю описание бутерброда в описании под видео. Да.
вместе это, придете домой и можете приготовить такие бутерброды. Никогда бы не подумал, что курица сочетается с морепродуктами. Лучше, чем шаверма, наверное. Все вкусно. Что еще? Пару советиков. Сварили слишком много макарон. Не беда, переложите все в герметичный контейнер и сохраните в холодильнике. А перед подачей просто бросьте их несколько секунд в кипящую воду. Лук и чеснок присутствуют почти в каждом, на каждой кухне. Они являются неотъемлемой частью, ингредиентами большого количества блюд. Именно поэтому они всегда должны быть под рукой и в хорошем состоянии. Храните их в перфорированных пакетах. Они просто продержатся на 1-2 месяца дольше. Хотите без хлопот почистить чеснок, просто положите его на 10 секунд в микроволновку. После этого вам не понадобится даже нож. Вы сможете фактически вынимать зубчики из шкурки. Это намного проще и быстрее достаточно известного способа надавливания на зубчики ножом. Кроме того, лучший способ хорош тогда, когда нужно сохранить зубчики в первозданном виде. Такие советики. Так. Чай, да? Да. Да. С чем бы попить-то? С сухарями. Возьму сухари еще, с сухарями попью. Сухарики. Вот такие сухарики. Золотая линия. Вот это не реклама. Ой, зеленая линия, простите. Так что сухарики лучше есть с чаем. Да. Не этого достаточно. Песок, да? Песок, да. Так. Буль-буль. Буль-буль. Чаек. Прохладный.
Вот такие сухарики. Вкусные сухарики, свежие и мягкие. С изюмом, да. Но изюма мало. Раньше было больше изюма. Ну еще пару советиков. В куриный бульон не кладите никаких приправ, только луковицу и морковь, иначе он потеряет вкус. Никогда не оставляйте в супе лавровый лист, он хорош при варке, а затем лишь портит вкус. Салат из квашеной капусты вместо яблок можно положить дольки апельсинов или мандаринов. Вот это интересно. Салат с майонезом или винегрет приобретут особенно приятный вкус, если перед подачей к столу положить в них ненадолго лимонную корочку.
рыба не развалится, не развалится на куски, и приобретет золотую корочку. Если на 10-15 минут до жарки ее вытереть полотенцем и тут же посолить. Вот это интересный совет тем, кто любит что-то выпекать. Тесто быстрее подойдет, если в него воткнуть несколько палочек трубчатых макарон. Сливочное масло при жарении не потемнеет. Если на раскаленную сковороду, предварительно смазать растительным маслом. Если вы хотите, чтобы фасоль при варке не потемнела, варите ее в открытой кастрюле. Если хотите, чтобы винегрет приобрел тонкий, приятный вкус, влейте в него столовую ложку молока и всыпьте чайную ложку сахарного песка. Картофельное пюре лучше взбивать вручную. Взбитое в миксере становится пышным, зато быстро теряет вкус. Чтобы приготовить вкусные сочные котлеты, добавьте фарш поровну мелко порезанного сырого, слегка поджаренного лука и немного сырого картофеля. Вкусные сухарики.